Поселок Южный, что недалеко от Болотовских дворов в Орловском районе, небольшой. 27 участков, 23 дома, постоянно проживающих от силы десяток. Свет, слава богу, есть, худо-бедно дорога, а вот с газом беда. И новость о скором подключении к газовой магистрали была подарком, рассказывают местные жители. Ну, народ на радостях побежал, в том числе и я, в администрацию Орловской области, района, оформили документы, то по съемке газовой, где проходить газ, потом «Газпром», сбегали, технические условия взяли. Это все платно? Это все платно. Сколько стоило, если не секрет? Ну, суммарно за все эти бумажные документы я порядка 30 тысяч отдал. Появление газа в домах поселка стало возможным благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Работы по газификации поселка проводила ООО «Енич». Стоимость контракта чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Только вот уже 2 года из газовой трубы раздается лишь пшик. Пшикнуло. И все. Топливо закончилось. Куда только не обращались жители, и к главе поселковому, и к главе районному, и в прокуратуру, и в областную администрацию, все эти обращения сводились к одному – ждите, без объяснения причин ожидания. С 2018 года жители поселка Южный не пользуются газом по причине его отсутствия, хотя все необходимое для этого есть. И в течение 2 лет они получают от газовых служб уведомление, что пришло время продлить договоры обслуживания оборудования и предоставления услуг. Правда, нашей съемочной группе удалось узнать, почему задержка. Оказывается, при составлении сметной документации подрядчикам были допущены ошибки, о которых он не сообщил. А сотрудники районной администрации халатно отнеслись к приемке работ. В ситуации разбирались 2 года. Итог – виновные наказаны, газ будет скоро. Пока разберемся, пока внесем изменения, пока внесем изменения в бюджет, это, естественно, волокита. Ну да, после этого мы внесли изменения в бюджет на 2020-2021 годы и деньги нашли. Значит, и на сегодняшний день ситуация следующая. Документация с исправлением была представлена в АО «Газпром распределение города Орел». На этой неделе обещают провести врезку на данном газопроводе. Произойдет ли то самое заветное подключение или опять чей-нибудь недосмотр или злой умысел оставит людей без газа, узнаем совсем скоро. Олег Рудаков, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».